Здравствуйте, с вами снова интернет-канал Максимадзе. И это опять GTA San Andreas, и мы опять в Сан-Фьеро. У нас тут есть несколько заданий, которые нужно выполнить. Пришлось перед тем, как начать записывать, пограбить, пораздавливать прохожих, чтобы денег подзаработать. Мне не хватало денег на то, чтобы этот автосалон купить. Где-то 1015 я набрал, и в итоге вот теперь у меня хватает вроде бы. Давайте купим. Позвонил Джерри из... Джетро. Сказал, что можно превратить наш гараж в замечательный супербизнес. Нужно купить для этого вот этот автосалон. Это мы сейчас уже сделали, вложили кучу денег, 50 тысяч долларов. У нас осталось совсем немного. Надеюсь, мы подкопим. И давайте приступим к заданию. Я, кстати... Да, в прошлой серии я, кстати, чужое сохранение использовал, которое интернет выложил, чтобы там, где летная школа пройдена, потому что там у меня летная школа почему-то не хотела запускаться. Пришлось сохранение скачивать, чтобы пройти. Сейчас я загрузил свое старое сохранение, потому что то сохранение, которое я использовал, эти миссии были уже пройдены. Поэтому старое сохранение вот используем, чтобы пройти эти миссии. Наведение. Смотри, плачь, козел, блин. А, опять я проиграл, блин. Так, вот оно чё. Великое новое предприятие, которое должно спасти наши никчемные шкуры, да? Присоединишься? Слушай, я думал, мы собираемся встать на ноги. Мне казалось, мы сделаем так, чтобы это место заработало. Может быть, это так выглядит, но мы в карты играем, мы составляем план. Не волнуйся, детка. Мы скоро возьмемся за первый проект. Наконец-то работает. Что работает? Просто немного колдунства, электроника и магия интеллекта. Помогут нам хакнуть систему спутниковой сигнализации на борту транспортного средства нужного. О, не знаю, что он только что сказал, но оно работает. Да, работает. Стой. Что работает? Вот эта штука настроена на прием сигналов сотового телефона. При каждом ее звонке устройство сообщит о кое-чем интересном. Нам придется все это время держаться в курсе. Конечно, хорошо выглядишь ты. Не дайте следу остыть. Не дайте меткам погаснуть. Какое-то новое изобретение Zero мы, значит, используем. Так, здесь был объект. Нужно стащить одну из машин. Несколько машин надо нам стащить, чтобы гараж в успешный бизнес превратить. Вот одна из офигенных тачек едет где-то здесь, и мы улавливаем по сигналам. Так, машина двигается где-то там. Здесь... Блин, заносит машину, ну... Так, нельзя дать следу остыть до конца. Блин, блин, блин! Как заносит, а? Где-то здесь проезжала машина до недавно. Теперь здесь. Мы уже догоняем. Вон она, по-моему. Нет. Вот она, нашел. Надо угнать эту машину. А чё она едет и правила все нарушает? Тоже, видать, гангстер. Хотя так не выглядит. Эй, за преступлением нам придется конфисковать машину. Эй, а ну подчиняйся, я тебе сказал. Дура, останови машину. Машину останови, блин. Блин, еще, блин, теперь эту фиговину еще и чинить придется.
Остановись нафиг, блин, ее. Машина. Машину надо остановить. Что-то тут можно купить, у нас денег очень мало. Мы кучу денег вложили на покупку автосалона. Остановись же. Но! Стой! Иди сюда, блин. Она уезжает из города. Ну, какой, куда она едет-то, кстати? Какой она город едет? Она едет в пустыню. Это за город она едет вообще. Останови нафиг, блин, ее. Уйди к фигам от нее, блин. Теперь эту фиговину еще и чинить придется. Как хорошо, что она не уехала из города. Ладно, возвращаемся в гараж. Чик-чик. Так, доехали. Давай, загоняй. Бампер, блин, чинить теперь придется. Теперь Карл может модернизировать свои автомобили для уличных гонок в этой мастерской. Офигенно. Машина, которую ты угоняешь, чтобы наладить дела, тачка Хванга находится в салоне. Да, очень интересная информация. Мы прошли. Мы добыли одну из первых. Мы добыли первую машину для нашего супер-пупер бизнеса. Давайте это отметим с вами. Хотя еще рано, наверное. Глоточек крепкого. Это если что, не алкоголь. Это соленая газированная вода и синтуки. Так что не пугайтесь. О, мы немало денег, кстати, зарабатываем на этом. Продолжаем. Следующее задание. Эй, Карл, я нашел две машины из списка, эссе. Дружище. Они в демонстрационном зале на другом конце города. Давай за ними пойдем. Всегда восхищался твоей болтовней. Окей, давай возьмем эти тачки. Так, у меня в гараже есть одна тачка. Да, точка прямо во втором этом стоит. Во второй строке. Ай, коряво. Моим домом всегда будут Вариос Ацтекас. Но это город, в нем есть что-то деликатное. Кендалл, похоже, здесь тоже нравится, да? О, да, она с головой уходит в этот бизнес. Это хорошо, она всегда была мозгом семьи. Она должна была выбраться из гетто и проявить себя. Думаю, что она хочет что-то предпринять вместе с нами. Она теперь мамаша семейства? Друг, а этот мистер Правда кто? Думаю, что он не в своем уме. Он просто видит все под другим углом, вот и все. Сначала я подумал, что ты очередной тип, квакнувшийся на наркоту, но... Не знаю, все это не бред даже. Хочешь стать охотником на пришельцев? Я позже к этому вернусь еще. В общем-то говоря... я вспомнил, что за миссия сейчас будет. Я вспомнил. Там надо будет... вытаскивать контейнеры с помощью крана. И там машины искать. Не та эта миссия. Ну такая миссия сегодня тоже будет. Не та эта миссия, не та. Могу я вам двоим помочь, господа? Да, ты можешь нам помочь. Ты знаешь, что сделай? Пойди помоги кому-нибудь другому дебилу, а мы угоним эти тачки. Ладно, СиДжей, погнали кататься. Тут за лидером надо держаться. Да, ты маньяк просто. Так спрыгивать. Он сейчас полицию вызовет, чувак этот. 100% я уверен. СиДжей, эта рация работает? Да, слышу тебя громко и отчетливо.
Давай, Си-Джей, посмотрим, сможешь ли ты угнаться за Цезарем Бельпандо. Обгони трамвай вверх по склону. Проще простого вообще. Действительно проще простого. Водитель этого трамвая, наверное, в штаны наложил, когда это увидел. Может быть. Здрасте, копы, где же вас носило-то? Я так и думал, что этот парень полицию вызовет. Ай, блин, трамвай. Так, продолжаем. Копы будут гнаться за нами на двух звездах. Да хреново! Спрыск нитро нам пригодится где-нибудь. Выруби, выруби это скорее! Скорее выруби это! Выруби! Выключи! Как это выключить? Как это выключить? Встань на ноги скорее. Ладно, Цезарь, хватит уже веселиться. Загоним машину обратно в гараж. Ладно, я тут знаю короткий маршрут. А, опять копы. Никогда ведь не отстанут. Свалить с дороги. Ай, господи, что-то много копов-то, я смотрю. Надо всего две звезды, а копов вообще куча целая. Блин, их настолько много, что они проехать мне не дают. Блин, его тоже заносит. Да, видел. О возвращении надо подумать. Да, само собой, братан. Думаю, мы оторвались. Да, похоже на то. Вот тут немножко можно срезать. Да, я в курсе, что можно немного срезать. Давай. Опять копы! Нет! Нет! Нет, блин! О, дорогу еще и закрыли. Ну, я так прыгать не собираюсь. Гараж уже близко, так что бояться теперь нечего. Копы на нас не обратили внимания. Фух, наконец-то. До ночи. Ездили. Так, давайте-ка сохранимся, потому что мне ночь без надобности. Так, зеленая дурь. Давайте вот на этот файл заменим. Ага, я понял, на коллекторе. А, только что номер сменил. Я просто так не заметил даже. О, Цезарь, твой пацан пришел. Это не мой пацан. Знаешь, мы живем тут с почти нормальной жизнью, да? Большая разница между Гроу Стрит и этим, так ведь? Да, знаю. Просто никак не могу избавиться с башки от этого. Мама, Свит, Смоук. Я никак это забыть не могу. Вообще никак. Знаю. Что мы будем делать со Свитом? Ситуация, конечно, дерьмовая, надо потерпеть немного, пока все не наладится. Окей? Ну ладно, будь осторожен, мы не хотим тебя опять потерять. Все верно, сестра, лучше быть поосторожнее. Эй, Карл, надо потрещать нам с тобой немного. Я знаю парня, который знает парня, который контейнеры в доках с машинами хранит. Одна из которых точности, которая нам нужна. Он пометил контейнер. Короче, нам нужно... Пока корабль загружается, он скоро отплывает. Ладно, тогда пойдем глянем, посмотрим.
Да, в общем, что у нас там в доках? Как мы будем тырить машину из контейнера ОЗа, интересно? Ну, тем же путем, как они попали туда. Эти штуки реально здоровые. По лестницам их не стащишь. Я займусь тогда краном, а ты будешь скрывать контейнеры. Действительно, забыть сложно про эти вещи. Свит, смоук. Свит сидит... Ой, проехал. Свит сидит в тюрьме между двумя психопатами, блин. А Смоук продолжает наркотой торговать и паранойничать. Так, здесь. Ну ничего, мы доберемся еще до него. Обязательно. Вот этот корабль, Си-Джей. Ладно, пойду займусь краном. Дай мне секунду. Ни один из контейнеров не помечен краской. Блин, придется каждый перепробовать, походу. Так, переключаемся. Обзор точки. Да, хватит меня обучать этому всему. Так, тут можно ехать. А, опускать, пробел поднимать. Так. Поднимаем. И ставим его вниз. Проверим. Так, ставим его на землю. Нет, это CJ, это не то. На самом-то деле тут в миссии так заскриптовано, что нам обязательно 3 контейнера надо проверить. Обязательно 3. Угадать тут нельзя с первого раза. Обязательно только 3-й будет правильный. К сожалению. А вот в GTA 4 миссия, в миссии Crime and Punishment, где нужно угадать один из фургонов, там можно угадать. А здесь нет. Опять не то, Си-Джей. А что, мне эта тачка нравится. Ну, хотя цвет не очень. Не крашеный, как будто цвет. Мне перенил нравится. Так, давай, опускай. Не на ту кнопку нажимаю. И это точно правильно. Вот оно. Отлично сработало, Си-Джей. А это кто такие? Эй, какого черта вы тут делаете, а? Си-Джей, помощь тут не помешается абсолютно. Блин, кончилась. Фигня это. Сейчас еще появится. Я в этом уверен. Не с места, блин. Блин, Цезарь, тебе бы лучше бы отойти от машины. Стой здесь, вор долбанный, блин. Никуда мы не денемся. Мы машину обязательно заберем. Доставь Цезаря и машину обратно в гараж. Отлично. Должен же быть более легкий способ заработать на жизнь. Ну да, конечно, я думаю. А что ты еще умеешь? Да, я тебя понял. Си-Джей, нам платят за то, чтобы машины были в порядке.
То машина пойдет. А, машину нельзя, нельзя ломать, да? Ладно, мы это запомним. Блин, я не по той дороге поехал. Блин. Ну там еще одна миссия будет. Я вроде помню, какая. А может и не помню. Помню, помню, вспомнил, вспомнил, какая там миссия еще будет. Там надо будет шипы раскладывать на дороге. Так, добрались. Ой-ой-ой. Да проще, парень, рэпы, блин. Репы. Да, можно еще краном попользоваться и экспортом заняться машин. На корабль можно теперь доставлять машины, офигеть. И подзарабатывать на этом. Ой. 8200 долларов. Авторитет вырос. Так, давайте. И еще одна миссия осталась у нас. Че он там разглядывает? Эй, парень, ты где шлялся? Мне удалось найти одну тачку из нашего списка покупок. Но эта сумасшедшая баба гоняет просто как черт. Я часами висел у нее на хвосте, но она вообще не останавливалась. Ну то, что нужно ее столкнуть с дороги, чтобы получить возможность взять эту тачку. И учти, что поломанная тачка нам ни к чему. Клянусь, она просто со мной играет. Эй, расслабься, парень. Если она с тобой играет, то она никуда от нас не свалит. Дела идут нормально. Нам нужно придумать, как остановить ее, или хотя бы замедлить. Жаль, что нельзя привлекать полицию. Потому что они могли это вмешаться в это. Знаешь что, мне кажется, у меня есть идея. Да, нужно... Скинуть шипы, я правда забыл какой кнопкой. Но нужно. Блин, их всего три. Надо... Обязательно. А, левую кнопку мыши, понятно. Ни в коем случае лишнего не тратить. Случайно не нажимать на кнопку. Иначе... Будет все плохо. Блин, она что за городом, что ли? Да ё-моё, ну... Ой, да блин, хватит мне эти подсказки уже показывать, я знаю. Хотя, может, кто-то проглядит. И чтобы никто не забывал. Остановим сейчас, мы ее сейчас остановим, бля. Да подожди, надо твою тачку остановить, бля. Ну-ка развернись, бля. Стой, блин. Отлично, с первого раза получилось. Здорово, Си-Джей, как у тебя продвигаются дела, Стив? Козлин. Я подловил ее. Сейчас шины починю и буквально буду через минуту. Осторожнее с этим набросом для ремонта проколов. Не измажься. Ух, с первого раза прям вообще получилось. Офигенно. Ой. Естественно, прям всю на одежду, да. Так, шины починили. Какое счастье, что нам не нужно ехать на старых дурацких шинах. Так, едем, 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 едем. Да ё-моё, дайте проехать. Чё вы, господи, это самое все.
Так, съезжаем вниз. Так, вот здесь где-то поворот, блин. Оу, блин! Господи, я аж испугался. Тачка весьма интересная, конечно. Так, доехали, доехали, доехали. Ну, доехали. Имущество приобретено, теперь можно получать от него доход. Офигенно. Теперь это имущество будет приносить вам доход максимум 8000 долларов. Не забывай регулярно забирать бабки. Ну ладно, на этом мы, пожалуй, закончим серию. В следующей серии мы поедем в третий город, он называется Лас Вентурас. Нас сюда позвал Вузиму, он сказал, что он стал успешным бизнесменом и теперь владеет казино 4 дракона. Давайте подберем бабки и зайдем в этот автосалон. Да. Это наши машинки. Вот та машинка, которую мы угоняли. Ее быстро вообще починили. Но мы 4 машины угоняли вроде. Или не 4, больше. Больше. Вот еще машинки. В общем, такая вот фигня. А, вот еще машины. Ладно, в общем, к сожалению, вот есть еще такая вот загвоздка, что Цезарь, персонаж вот этот, в следующий раз появится только в 4-м сезоне. К сожалению. Ладно. Ну, что делать? В 3-м сезоне будут новые персонажи. В следующей серии, причем они будут начинать появляться, мы поедем в Лас Вентурас. Новый. Какой новый? 3-й город. В следующей серии мы поедем туда. Ну а на этом все. С вас лайк, подписывайтесь, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой 2-й канал, а также на группу ВКонтакте. Всем пока.